Привет! Из этого видео вы узнаете то, что способно сделать вас богаче и свободнее. За эти 10 минут вы получите крайне полезную информацию о том, как на самом деле проще всего заработать деньги. Я дам вам 3 реальных проверенных способа заработка, которые работают в нашем 21 веке. Поехали! Сегодня я решила затронуть довольно-таки актуальную и злободневную тему заработка денег. Для многих это реальная головная боль. Большинство моих читателей, которые обращаются ко мне с финансовыми проблемами, словосочетание «зарабатывать деньги» воспринимают как болезненное и неприятное. Для них чаще всего оно ассоциируется с такими картинами. Вставать ни свет ни заря на работу, не высыпаться и постоянно превозмогать себя. Постоянно бояться остаться без работы, ведь увольнение сродни концу света. Поиск новой работы – это ужасный стресс, ходить по собеседованиям, пытаться казаться лучше и доказывать, что ты стоишь. Мучение от того, что не можешь уехать в отпуск и даже взять больничный. Надо пахать, чтобы хоть что-то заработать. Но еще больше расстройства возникает от того, что платят мало, клиентов не хватает, заказы не покрывают расходы, премию не дают и часто того хуже штрафуют. В общем, как видите, нерадужные ассоциации с этим, казалось бы, нейтральным словосочетанием. Какое же решение ищет большинство? Психика человека так устроена, чтобы избегать то, что вызывает неприязнь. И мне все чаще и чаще поступают вопросы. Как выиграть в лотерею? Как встретить мужа-миллионера? Как притянуть сумму денег ниоткуда? В общем, все то, что поможет избежать этого страшного слова – заработать денег. А что, если я скажу вам, что зарабатывать деньги – это истинный кайф? И именно это является тем, что поможет сделать вашу жизнь счастливой и изобильной. Когда-то я тоже жила с ощущением разочарования от жизни и мыслями. Неужели всю жизнь мне придется бороться за кусок хлеба? Неужели жизнь – это борьба, и мне никогда нельзя будет расслабиться? Постоянно надо будет тяжело работать и страдать от того, что с этим ничего не поделаешь. Но спустя время в моей жизни случился просто переворот в сознании. Я поняла, жить можно счастливо и с кайфом зарабатывать деньги. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете 3 приятных и легких способа делать это. Первое озарение по поводу заработка денег случилось со мной, когда мне был 21 год. Я училась в университете и уже тогда пыталась подрабатывать. Хотя родители давали мне немного денег на карманные расходы, все-таки я хотела большего. Тогда я мечтала поехать в Америку и ради этой цели готова была поднапрячься. И вот уже находясь в Америке, я подружилась с одним парнем, который имел свой собственный магазин футболок. В то время на курортах США был просто бум на смешные надписи на футболках и майках. И бизнес моего знакомого заключался в том, чтобы наносить эти надписи на простые футболки. Но он был не единственным, кто открыл такой магазин на побережье. И справа и слева от его точки открыли свой бизнес еще не менее 30 точно таких же магазинов. Несложно догадаться, что конкурировать за клиента в таких условиях было крайне сложно. Но мой знакомый имел совершенно другую, отличную от всех остальных философию жизни. И именно этот особый взгляд на вещи сделал его магазин самым посещаемым. Вскоре конкуренты начали закрываться, а его магазин с каждым днем приносил все больше и больше прибыли. «В чем секрет?» – спрашивали его друзья и сотрудники. «Почему ежедневно у нас такая хорошая касса?» «Все дело в том, что я на самом деле люблю свое дело», – ответил мой приятель. Далее он рассказал нам о тайной философии, которой в его семействе отец делился с сыном на протяжении многих поколений. «Зарабатывать много денег можно лишь на любимом деле». Я запомнила эти слова на всю жизнь и не скрою, именно этот секрет явился одним из ключевых для обретения финансовой независимости. Сейчас, в отличие от того, что было со мной еще несколько лет назад, я живу жизнью мечты. Имею возможность питаться в лучших ресторанах, часто путешествую за границу, живу в 5-звездочных отелях, могу себе позволить домработницу и покупать красивые брендовые вещи. Но рассказываю я вам это вовсе не для того, чтобы похвалиться или вызвать зависть. Единственной целью рассказов о моих доходах служит то, что я хочу показать вам, что каждый из вас может жить такой жизнью тоже. Вы тоже можете больше зарабатывать, чаще путешествовать, хорошо одеваться и кайфовать от жизни. Чтобы все это стало реальным и для вас уже в ближайший месяц, я попрошу вас обратить внимание на правый верхний угол. Там будет фиолетовая ладонь, там спрятан небольшой подарок для вас. Это практическое руководство по привлечению в свою жизнь больших денег. Благодаря ему вы сможете увеличить свой доход на любую, внимание, любую сумму денег всего за 30 дней. Если вы не видите подсказку здесь, то я оставлю ссылку на это руководство в описании к этому видео. Раскрывайте и скачивайте прямо сейчас. Итак, первый способ зарабатывать деньги – это зарабатывать их на любимом деле. И это по неведомым законам Вселенной принесет вам хорошие доходы.
Просто доверьтесь мне и попробуйте. А если среди вас уже есть те, кто зарабатывает на том, что любит, расскажите о себе и своем деле ниже в комментариях. Мне очень интересно, есть ли среди вас такие счастливчики. Второй способ зарабатывать деньги будет уже менее метафизическим и больше бизнесовым. Сейчас в 21 веке стало мега популярно получать профессию от эксперта. Без университета, без колледжа, а прийти к специалисту, чтобы он лично обучил тебя новой профессии. Давайте я приведу пример, чтобы стало понятно, о чем это я рассуждаю. И самое важное, как вы на этом можете зарабатывать. Например, Марина уже много лет занимается дизайном квартир, оказывает услуги клиентам. Деньги есть, но она хочет зарабатывать больше. И вот что может сделать Марина. Она может учить других людей стать дизайнерами и тоже, как она, помогать клиентам обустраивать свои квартиры. То есть Марина может зарабатывать на своем опыте. Что у нее есть? Она знает, как делать красивый дизайн. Она умеет пользоваться программами для визуализации комнат. Она понимает, как найти клиента, какая реклама работает лучше. Она знает, как сделать так, чтобы клиент остался доволен и оплатил работу. Почему бы Марине не передать свой опыт и не обучать этой профессии других людей? Ведь многие хотят зарабатывать так же, как и Марина, но не знают, что делать, даже если отучились на курсах дизайна, то не понимают, как найти клиентов. А Марина знает, потому что собаку на этом съела, и у нее есть свои фишки. Передавая опыт другим, можно хорошо зарабатывать. Подумайте, в чем вы являетесь специалистом? Какой профессией обладаете? Это может быть и удаленная профессия, и бухгалтерия, и швейное мастерство. Все, что может стать новой профессией для других людей. Самый лучший вид бизнеса – это помогать другим людям зарабатывать деньги. Третий способ – это, конечно, выход в онлайн. Об этом сейчас говорят повсюду. Причем выход в онлайн и заработок денег через интернет подходит как и тем, кто работает по найму, так и для тех, кто работает сам на себя. Например, все сотрудники моей онлайн-школы работают удаленно. У нас есть и бухгалтер, и менеджер по продажам, и маркетолог. Все эти люди могли бы работать в офисе, но они предпочли не ограничиваться территорией своего места жительства и искали работу вне своего города или страны. Сейчас в нашей команде есть сотрудники из Белоруссии, Украины, жители Санкт-Петербурга и Саратова. Раздвиньте свои границы и попробуйте работать через интернет. Вакансий огромное количество можно найти на сайтах Work.ua, Workzilla, Headhunter.ru и других сайтах по поиску работы. Чаще заработок будет выше, чем вы могли бы рассчитывать, работая в вашем маленьком городе. Даже живя в деревне, вы можете хорошо зарабатывать. А если вы бизнесмен или мастер своего дела, тем более вам пора онлайн. Попробуйте оказывать свои услуги через Skype, вести обучение и лекции онлайн, или открыть интернет-магазин вместо точки в ТЦ. Сейчас это очень популярно, и многие люди не ходят за покупками, а предпочитают их делать, не выходя из дома. Итак, вот три способа зарабатывать деньги в кайф, больше, чем сейчас. Первое – использовать тайную магию заработка на любимом деле или профессии. Второе – учить других людей зарабатывать деньги. Тут, кстати, кармические законы работают на вас. И третье – начать работать через интернет. Но и это еще не все. Конечно, заработать больше денег вы можете только в том случае, если поменяете мышление бедняка на мышление миллионера. Например, вы знаете, что существуют аффирмации, способные притягивать деньги, и что есть особая медитация для привлечения большой суммы денег в считанные дни. Этими аффирмациями и медитациями я свободно делюсь в этом руководстве по привлечению больших денег. Скачайте, пока я не убрала его из свободного доступа. Именно это сделала я несколько лет назад. Ссылка будет тут или в описании. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых техниках привлечения денег. А также подписывайтесь на мой Инстаграм, там происходит все самое интересное. Посты каждый день, мотивация, техники, прямые эфиры и сторис. Ах да! Я приготовила для вас еще несколько мощных видео по исполнению денежных желаний. Посмотрите их. Я очень хочу, чтобы ваша жизнь была счастливее и богаче.